представляешь? Что принесет нам завтра? И салон открыт. Это на него. Удачи на охоте, ведьмак. Внешность обманчива, ведьмак. Береги. Милостивая княгиня, солнышко наше ясное. Родишься таким страшилой, и ничего уже не поможет. Приветствую. Ешьте. Эй, ноги вытирайте. А во время еды не чавкайте. Руками не ешьте. У вас ложка есть. И ножом в зубах не ковыряться. Что? А шучу я. Вижу, вы человек приличный. Добро пожаловать в Фазанерию, лучшую таверну княжества. А чем сегодня у тебя кормят? Я понимаю, ты занята, но, может, партийку в гвинт? Милостивая княгиня, солнышко наше ясное! Thank you.
Добро пожаловать в... А для чего используют вот такие ложки? Странная какая. Похожими полагается бульон есть. Или это какой-то ключ? Здесь надпись. Да, она меня сюда и привела. Не знаешь, случайно, от чего этот ключ? Впервые его вижу. Но вы в подвал загляните. От прошлого хозяина там столько дребедени осталось. Увидимся. Ешьте, пейте и радуйтесь. Так речет лебеда. Труд облагораживает, а лень делает счастливым. Милостивая княгиня, солнышко наше ясное. Труд облагораживает, а лень... Дел... Добро пожаловать в Фазанерию. Увидимся.
сердце не вмещает такой красоты. А при князе Раймунде о таком и подумать нельзя было. Честно? Только ведьмаку под силу эту бестию убить. Да здравствует княгиня Анна Генриетта! Честно? Тут у каждого второго только вино и барышня в голове. Так-то. Ведьмак, сейчас ему жопу медом намажут. Ты слышал, что Верментина и Коронар... Вернулся рыцарь бравый, с войны с лихой забавой, а дамы что не ново, уж вышло за другого. В жилах Тусента течет эст-эст. Как делишки? Больше трех не собираться! Проклят, кто удерживает меч его от крови! Да, Геральт? Я хотел поговорить, если не помешаю, ваша милость. Не помешаешь. Я слушаю тебя. Не хочу показаться дерзким, ваша милость, но как вы встретились с Лютиком? Может, расскажете? Разумеется, если это не тайна. Старая история. Мой отец устроил большой турнир, куда был приглашен Юлиан. Он должен был сочинить песнь о доблестных сражениях на арене. А он вместо этого написал лучшую любовную балладу, какую я только слышала. Папа был в ярости и не заплатил ему. Баллада была о вас. Неявно. В конце концов, тогда я была замужем за Раймундом. Понятно. Рыцарский турнир проходит с такой помпой. Мы очень ценим эту традицию. Моя прабабка Адела Марта обожала турниры. Она очень долго не могла решить, за кого выйти замуж. Претенденты на ее руку, а их было великое множество, нередко устраивали поединки. Их соперничество дало Адель Марте прекрасный способ выбрать лучшего мужа из массы желающих. В мужчинах она более всего ценила силу, доблесть и сметливость. А потому она повелела им сразиться на турнире. Впрочем, никого из них она так и не выбрала и вышла замуж за младшего сына Нильфгаардского императора, с которым познакомилась на юге. Но жителям Баклера рыцарские бои пришлись по нраву. Очень. И не только им. Уже на следующий год рыцари со всех краев съехались, чтобы сразиться за честь и славу. Так и повелось. Хотя наградой была уже не рука княгини и половина княжества.
Баклерские турниры по-прежнему славятся по всему миру. И мы весьма этим горды. Спасибо, что уделили мне время, ваша милость. Служба зовет. Именно. Понимаю. Понимаю и одобряю. За скандал накажут плетки. Есть закон про это четкий. Покемарить, сиськи пожамкать. Поди плохо. Любимец сиятельной книги. Ведьмак? Сейчас ему жопу медом намажут. Я пришел. Идем же. Мы как раз застанем самый лучший свет. У нас выйдет великолепная кьяроскура. Пойдем. Чего не сделаешь ради искусства. Лучше поехали верхом. Так быстрее и удобнее. Мое полотно, горлица над соцветиями бурьяна, висит в княжеском дворце. Чучело, добытого мной куролиска, висит там же. И не исключаю, что набили его соцветиями бурьяна. У меня когда-то была кисть из перьев куролиска. Лучшая кисть для темперы. Но я ее лишился, кот стащил. На что коту кисть? Чтобы писать картины, разумеется. Я же говорю, великолепная была кисть и дорогая. Кот пишет картины? Картины. Бездарную мазню он пишет. Только и умеет, что копировать тех, кто талантливее его. И копирует, надо сказать, прескверно. Кот? Анри де Телус ван Кот. Ничего странного, что ты о нем не слышал. Посредственность и наглец. Дальше пойдем пешком. Милостивые господа, прошу прощения, что осмеливаюсь. Вы не видели поблизости набора кистей и красок? Евгения! Сдается, этот человек чего-то от нас хочет. О, краски и кисти. Я тут все приготовил. Со всей определенностью мы не видели здесь никаких ремесленных орудий. Что-то не так? Все не так. Не могу же я писать без красок. Это конец. Разве что ты их сумеешь отыскать. А с собой у тебя красок нет? И заменить их нечем? О, ты что, предлагаешь мне рисовать эскизы углем? Я же не дикий зверь. Ах, хрен с тобой. Говоришь, оставил их где-то здесь? Ровно на этом месте. У меня тут было все так дивно приготовлено. Может, с холма скатились? Ладно, поищу. Я считаю, что жизнь подражает искусству, а не наоборот. Верно, Фингал. Возьмем, к примеру, барона де Карделя. О, да. После той пьески Рибержерака он попросил чародею удлинить ему нос. И начал ухаживать за собственной кузиной. Ну, может и так. Не знаю.
О, благослови вас, боги. Как ваше здоровье, сударь? От краски. Воняет терпентином, как 100 накеров. Следы ног четкие, но очень маленькие. Вот еще одно пятнышко. Это, кажется, верный след. Тут тоже капнула краска. Вот еще одно пятнышко. Это, кажется, верный след. Накеры? Похоже, краски стащили именно они, но зачем? Наскальные рисунки. Этот вроде напоминает силуэт Накера, а вон то большое... Вроде бы тролль? Надо думать, Накеры решили увековечить свою победу над троллями. Агитационное искусство? Ну-ну.
Пустая баночка от краски. От нее никакого проку не будет. Похоже, с ними ничего не случилось. Можно отнести их художнику. Твои вещи. Замечательно. А где они были? И это все, что ты нашел? Красок было больше. Нужно было лучше смотреть за своими вещами. До них добрались накеры. По следу краски я попал в их пещеру. Они нарисовали твоими красками фреску на скале. Что-то вроде батальной сцены. Это невозможно. Набрызгали на стену только и всего. Ну ничего, главное, основные цвета уцелели. Пойдем. Я пока ждал тебя, присмотрел получше холм. Нам фантастически повезло с погодой. И свет идеальный, абсолютно. И долго ты собираешься творить шедевр? 6 часов, не больше. Дольше солнца все равно не позволит. Но время пролетит незаметно. Поболтаем немного. В таком случае я приму эликсир. В летаргическом сне время проходит действительно быстро. И болтать не обязательно. Нет. Необходима соответствующая поза и выражение лица. Живой, проникновенный взгляд. Летаргический сон исключается. Уверен? Ты мог бы назвать свое полотно «Ведьмак, лежащий без чувств в соцветиях бурьяна». Шутишь? Остроумный ведьмак. Пошла! Ну что, пришли? Да, замечательный вид, лучше некуда. Идеальный фон для нашего шедевра. И правда, красиво. Интересно, почему сюда никто никогда не приходит? А пока подумай, в какой позе тебя увековечить. Ага, подумаю. Так, отлично. Все готово, можем начинать. Ты уже придумал, как будешь позировать? Я лягу. Ну, хоть вздремнуть успею. Свежо. Правильно. Герой возлежит, опершись на локоть. Устремивший взгляд вдаль, и отдыхает после битвы. Тушку какого-нибудь грифона добавим позже. Разумеется, любой сон полностью исключен. Это мы уже выяснили.
Скажи, мой друг, мне начинать, или ты все же предпочтешь более динамичную позу? Давай, начинай. Сделай, пожалуйста, то самое выражение лица, которое у тебя было, когда я предложил тебе позировать. Этакая гримаса бешеного, брыкающегося муфлона. Отлично! Да! А теперь не двигайся. Долго еще продлится это рисование? Недолго, совсем недолго. Мы все равно уже теряем свет. Прошу тебя, не меняй положение головы. Постараюсь, а еще постараюсь запомнить, что художникам верить нельзя. А, грифон! Да, знаю. Ты его позже пририсуешь. Да нет же! Грифон! Беги и спрячься! Ой, мамочка моя! Можно вылезать? Да, тебе ничего не грозит. Теперь ясно, почему сюда никто не приходит. Это охотничьи угодья Грифона. О, эта тварь меня насмерть перепугала. Ну, не насмерть. Ты жив, и в первую очередь потому, что выбрал в модели ведьмака. А что с картиной? Цела. Но сейчас я ее показать не могу. Никогда не демонстрирую публике неоконченных работ. Можешь взглянуть на нее завтра, в это же самое время. Она будет выставлена на рынке. И огромное же бестие. Может, и Грифона запечатлим? Ну, давай и его. Портрет на фоне падали. Интересная палитра красок. И эти текстуры... Чудесно! Полный восторг! Восторг! Допишу его позже в моей мастерской. Я как раз видел хорошую иллюстрацию в энциклопедии Максима Мунди. А то этот уж больно изрублен. Ну, никуда не годится, честно говоря. Хорошо. Мне этого хватит. Детали доработаю потом. Впрочем... Свет мы все равно упустили. Видишь, уже темнеет. Вот твоя плата за позирование. Ну, и благодарю за спасение. Спасая меня, ты спас также и свой образ для грядущих, так сказать, потомков.
Не торопись. Идите своей дорогой. Смотри. А где у змеи руки? Улитка едет. Худой вроде. Худой вроде. Слепой, что ли? Удачи в дороге! Thank you.
Ну, и как? Готово. В пещере жил Шарлей, и он уже никого не тронет. Превосходно! Я получу склад, а вы мою признательность. Что у тебя есть на продажу? Увидимся. Ай, обздревал. Как же у меня руки трясутся. А мне не больно, да? О, друг мой ведьмак! Прошу, прошу! Увидим. На! Не торопись. Не задерживаться. Проходите. Проходите. Тяжко на службе с пустым брюхом.
сердце. Рыцарь Равикс из Черторога! И вас победителю турнира! У меня 3 дублета. Ни в одном не пойду. Здесь стоит осмотреться. Полное. Здесь искать нечего. И это полное. Полное. Здесь искать нечего. И это полное. Странно. Красота. Хорошо будет смотреться в доме.